Показать более трагедию маленького человека не про самолеты и гарматы, а звичайно, школьные парты. Один у свете школьный класс под открытым небом, где николи не будут учиться дети. Все наученцы этого символичного класса загинули под час Великой Отечественной войны. Копись детей, которые стали ахвярами другой суседной войны, уражвая, амаль 13 миллионов человек. По сутности, не стало целой краины. У списе загинувших есть и представники Беларуси. На ее территории оккупанты створили 16 концлагеров, где находились неполнолетние. 5 за их донорские, призначенные для забору крови для немецких солдат. Докладно ведомо, что вязнями концлагера у Червоном Березе были 1990 детей. На жаль, сегодня большинство из них лечится неведомыми. И это одна из задач работников комплексу – обновить прозвище малолетних ахвяр войны. Еще совсем недавно у этом списке было 15 человек, теперь около 100. Конечно, однозначно будем искать. Это ведется очень большая работа. Работа ведется и в архивах, и среди местных жителей, и среди даже удивительно тех, кто приезжает к нам на мемориал. Потому что приезжают, иногда говорят о том, что моя бабушка здесь была, мой дедушка здесь был, у меня соседи или знакомые. Мемориал у Червоном Березе – один у свете, який присвечены детям ахвярам войны. За 10 годов только у складе организованных туристических групп его наведали больше 250 тысяч человек. И еще около миллиона приезжают. Жали сюда самостоятельно. Территорию 3,5 гектара можно обойти за несколько хвилин, але люди затримываются тут на годины. Работники комплексу кажут, что обаяковым не застается никто. Дитячие концлагеры, на вот сама назва для нормального человека звучит как минимум нелогично. Дети повинны расти здоровыми и счастливыми. Задача дорослых – оборонить их от всех несчастьев. Урежьте, головное право каждого дитяти – право на житье. Я хочу обратиться ко всем взрослым людям на планете, правительствам и президентам. С просьбой от всех детей. Сделайте так, чтобы войны больше никогда не было. Мы хотим ходить в школу, играть, смеяться, всегда рядом видеть своих родных и близких. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.